И снова здравствуйте, всем привет. Итак, ролик, обзорник на две модели пока. Это значит Аладдин. Давайте посмотрим, как он выглядит. Вот такой он у меня получился. Файл зебрашевский, значит, болванки. И вот эта модель с ригом будет, не будет, а уже в группе. Можно скачивать. И, значит, давайте посмотрим, как он работает, да? Так, риг. Стандарт. Ноги работают. Ctrl-Z. Так, что у нас тут? Тазовая кость. Все привязано. Колени настроены на косточки ориентира. Вот они. Если вы их будете двигать, то получается вот такая штука. Колено двигается. Так, это Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, на ногах. По прошлому ролику, значит, поставил я ему ступни, именно где я делал пальцы на каждое вот именно движение. Вот. Можно делать все это дело, значит, отключить. Это в настройках кости. Удалить инверс кинематик с каждой косточки и просто подкручивать, как фикеи. Так, что тут еще? Так. Ну вот, стопа работает. Все прикольно. Можно одеть ему тапки, не проблема. Тапки тоже в группе есть для скачивания. Давайте посмотрим, как у него крутится голова. Голова, значит, у него работает, крутится. Тройка на нампаде. Находим боковые вот эти косточки. Это у нас веки. Закрываем веки. Единица на нампаде. Смотрим, как закрылись. Закрылись хорошо. Ctrl-Z. Открываются нормально. Значит так, присутствуют косточки для управления бровями. Вот вы можете тут их крутить, вертеть. Как вам понравится. Так. Значит, есть косточки. Так, не эта кость. Кость глаз. Глаза, вы видите, что работают. Все нормально смотрят. Следят, значит, за этой косточкой. Давайте посмотрим теперь, как у нас дело обстоит, значит, с ротовой частью. Рот открывается. Внутри присутствуют зубы. Косточки для зубов. Одна уходит влево, одна уходит вправо. Нижние зубы, значит, уходят вправо, а это, значит, влево. Так, косточки присутствуют. Вы можете вот их растягивать, тут делать эмоции и так далее. Так, это что касается этого персонажа. Значит, без костей он выглядит так. Ctrl-Z, Ctrl-Z. С закрытым ртом он выглядит вот таким образом. Значит так, болванка — это ролик предыдущий. Можно посмотреть, как она делалась. Ну, я думаю, вроде бы пацан похож. Как вам? Напишите в комментариях, похож он или нет. Так, сейчас давайте посмотрим Жасмин. Файл open. Так, Жасмин Рик. Don't save. Вот такая получилась Жасмин. Давайте ее потестим. Я только ее закончил. Значит так, опускаем руки. G. Тут вот с одеждой я добавил, значит, косточки, которые позволят работать вот этими лямками. Лямка может опускаться. И также отсоединил косточки. Вот эти. Так, в принципе, погодьте. Да, задние отсоединены. Сейчас я все это дело подправлю. Я их не тестил. Значит так, и здесь косточка, которая будет, значит, держать эти лямки. Вы их можете анимировать уже, ну, с помощью костей. Вот. Кость можете двигать, там еще как-то. Так, здесь у нас
присутствует так, ключица. Ключицу делаем на расслабухе, чтобы ничего такого не торчало, да? Это вот работает таким образом. Так, по штанам, по ногам, G. Делаем маленькую перекруточку. Также здесь присутствуют кости ориентира колена. Вот вы можете его водить. Так, есть такое дело, да? Если ноги поставите поближе, то вот у вас получается вот такая штукенция. Здесь можно кисточкой, значит, скульпт-мод чуть-чуть подтянуть. Вот эти штанишки. Ну, это я так сделал, чтобы они не слиплись. Так, значит так. Здесь то же самое можем крутить, опускать G. Ключицу находим, делаем расслабуху плеча. Так, что у нас тут по боковым? Можно крутить кистью, можно руки немножко в бок отводить. Так, что у нас по прическе? Прическа вот у нас крутится, вертится. Можно ее тут болтыхание делать. Всякие всячины. Так, алмазы привязаны, значит, бон. Вот она, косточка, значит, прически. Можно ее двигать, перетаскивать, если вам что-то понадобится, убирать. Так, есть косточки до груди. Работает грудь. Вот. Все движется, болтыхается. Нижняя косточка, вот здесь я ее чуть-чуть спрятал, она вот желтая. Она не дает ребрам, значит, подниматься вслед вот за этой косточкой. И когда мадам будет идти, вы можете делать вот движуху вот этого всему. Грудной клетки и, значит, отдельно этим... Ага. Так, что еще тут? Это то, что нельзя на YouTube говорить. Забанить. Закрываем рот. Косточка рта, все работает хорошо. Значит, теперь G. Боковые вот эти можно поправлять. Они ограничители. И все, вот теперь рот закрыт. Единственное, что можете поднадуть, значит, губы, да? Ну, в принципе, они у нее тонковатые. Здесь их можно как-то вывернуть, можно что-то доработать, значит, в скульпт-моде, если у вас будет такая нужда. Так, косточки, значит, R на сережке стоят. Косточки стоят R на брови. Смотрим, не брови, а эти как на веки. Все закрывается, все, мамзель. Рабочий вариант. Сбоку гречанка однозначно. Так, ну, в принципе, что? Косточки, значит, опять же присутствуют. G. Брови. Можете их тоже работать, делать мимику. Подсаживать их пониже, повыше. Также можно делать это все шипкиями. Я уже показывал в прошлом ролике. Так, и что еще? А теперь самое интересное, да? Так, пусть гражданка постоит. Кости пока я, значит, аж скрою. Эта штука аж скрывается. И вот это аж, чтобы не забанили. Нарисовал вот такой у нее лифт. Если вы это все закрасите, то там, в принципе... Все хорошо. Так, ну вот такая персонаж. Такой персонаж. Alt H. Сейчас я его лямки не протестил. Сейчас я лямки доработаю. Привязку сделаю к одной центральной косточке. Вот к этой круглой. И все. Тогда вы можете работать. Все здесь двигать, выкручивать.
и будет все прикольно. Так, ну насколько она похожа, давайте посмотрим файл open jasmine.save. Насколько есть похожесть, ну, по профилю, я думаю, есть. Если вдруг какая-то разница вот здесь, да, ну, это всегда можно подправить уже в скульпт-моде. Поднадуть ей, опять же, губы. В принципе, не надо, наверное. Но так бы и не мешало чуть-чуть поднакидать массы. Это как уже будет, доделай сам, если вам будет это дело нужно. Итак, вот такой обзор на две модели. Попугай Яга по прошлым роликам тоже, я его уже показывал, рик вставляли. Значит, попугай есть, Аладдин есть, Жасмин есть. И теперь, значит, Джафар. И, наверное, все-таки сделаю Джина. И вот этого торговца. Ну, где-то 5 персонажей, я думаю, тоже 5-6 персонажей, думаю, сделаю. Потихоньку так. Потом можно, значит, делать будет какие-то сценки, мурфин, все, вот риги будут рабочие. Значит, с Аладдином, не с Аладдином, этот, с Геркулесом. У Геркулеса все модели закинуты в группу для скачивания, там все есть. Ссылка будет в описании. В принципе, что, все. Что хотел, показал. Вот такая штукенция. Все, всем пока, до свидания.